Центральную районную библиотеку хорошо знают не только в Ленинском районе, но и в Московской области. Сотрудники библиотеки и ее читатели неоднократно становились победителями конкурсов, занимали первые места среди централизованных библиотечных систем региона. В 2008 году наша межпоселенческая библиотека получила премию губернатора в области культуры и искусства. На днях Центральной библиотеке исполнилось 60 лет. Праздник, а заодно и творческий отчет о работе библиотеки посетила наш корреспондент Лариса Вольнова. Более чем за полвека Центральная районная библиотека прошла большой и интересный путь. Стала настоящим культурным центром нашего района, а ее сельские филиалы – очагами интеллектуальной и творческой жизни поселений. Мы стараемся. Мы на протяжении этих 60 лет были главной библиотекой района, возглавляли и руководили всеми библиотеками нашего района. Сначала их было 37, потом было 28, теперь их осталось 16. Несмотря на то, что как бы состав библиотек уменьшился, работа у нас очень большая, кипучая, творческая. Я думаю, что в районе как-то мы все-таки такое хорошее место достойное занимаем. 29 ноября в детской школе искусств города Видное состоялось празднование 60-летия межпоселенческой библиотеки. На юбилее культурного учреждения собрались многочисленные друзья и гости. От души поздравляю всех вас, подвижников вечного на земле знаний, того, что в жизни человеку, наверное, раскрывает весь мир, книга. Все вы, безусловно, люди неравнодушные в своей профессии. Все эти годы библиотека выполняет свое главное предназначение – поддерживает интерес людей самых разных возрастов – книги. Роль книги в жизни человека и роль библиотеки вообще, и библиотекаря в жизни общества – умалять ее нельзя. Уменьшаться она не будет точно. Она будет только расти, мне кажется, потому что времена жесткие нынче. А потребность вот, в правильном понимании, как развивается общество, она была, будет и останется. Книги, знания, открытия – все это библиотека. Но особо ценен и каждодневный кропотливый труд тех, кто здесь работает. И старается не только сохранить, но и передать новым поколениям через книгу интеллектуальное и духовное богатство своего народа. Валентина Барсукова занимается библиотечным делом вот уже 53 года. Она очень любит свою профессию, изучает множество литературы и рекомендует читателям лучшее. Работа – смысл жизни. Самое дорогое – это наши читатели дорогие, которых мы любим, уважаем, стараемся для них. В общем, мы работаем для них, вот для маленьких, для больших. Ну, это уже состояние души. Приятно отметить, что сотрудники библиотеки организовывают интересные мероприятия. Литературные конкурсы, мастер-классы, семинары и фестивали самой разной направленности. Ну и, конечно, выполняют свою основную задачу – подбирают нужную литературу. Заводская, 24. Очень хорошая библиотека, очень прекрасное обслуживание. Вот замечательно работают там библиотекари, всегда подскажут, да, всегда подскажут. Вот сейчас появились уже диски тоже, которые можно брать домой и прослушивать. Тоже очень приятная такая услуга. В общем, очень довольны. В ходе творческого вечера сотрудников библиотеки поздравляли с юбилеем, отмечали наградами и дарили подарки. Юные читатели, учащиеся Видновской школы номер 7, адресовали коллективу стихи и вручили книгу 1886 года «Сочинение Льва Толстого». Открыты всегда твои двери, здесь сказки живут, и легко здесь в них верить. Как здорово, что библиотека не только место выдачи книг, но и центр досуга, общения, духовного сближения людей. Желаем коллективу районной библиотеки новых друзей, достижений, успешных проектов и процветания. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.